Всех приветствуем. Сегодня 20 мая. Погода хорошая с утра была. Вот во что она превратилась. Короче, на улице гром гремит. Все моргает, как обычно, блин. Мы приехали на вторую скважину. Вариантов нет. Все расписано. Все дни впереди на 2 недели заняты. В общем, короче, сейчас будем бурить. Вот здесь вот домик. Такой вот старенький домик. Здесь будем делать скважину. Скважина будет ориентировочно 9-11 метров. В этих садах уже работали. Вода здесь очень мягкая, хорошая, ее люди пьют. В конце покажем, какой будет дебет. Так, на часах у нас сейчас, секунду, 16:28. Вот 20-е, четверг, 20:05. Сейчас посмотрим по времени, за сколько сделаем. Лучшее обмундирование ОЗК. Пока ничего лучше не придумано. В нем можно прям, мне кажется, на земле валяться и будешь сухой. Так, загнали вторую штангу, 2,5 метра. 2,5 прошли, вот сейчас 5 метр будет. 2,5 плюс 2,5. Дождик вроде чуть-чуть стал поменьше. Работа идет полным ходом. Так, время у нас сейчас 17:44, полтора часа у нас ушло на бурение. Загнали трубу, 11 метров пробурили, штанги достали. Сейчас подключаем насос и будем поднимать воду. Погода, кстати, чуть-чуть наладилась, но комары зажрали, собаки. Так, времени у нас 17:53. Скважина готова, водичка чистая. Насос шумит, пора подшипник менять. Все, качает. Дебет хороший, все классно. Короче, в общей сложности 2 часа. Ну, плюс-минус час. Кто там? Час. 53. Не, наверное, 2 уже. Ну, в общем, короче, все отлично. Мы работу с вами сегодня закончили. Так, забыл сказать. Скважина у нас получилась 11 метров. Зеркало 7,5 метров до воды, короче. Вот. Нормально пуляет. Кристальная. Всем пока, до следующего видео.